Доброго времени суток всем тем, кто нас смотрит, всем тем, кто считает, что Запорожье – это Украина, а Украина – это прекрасная и единая страна. Сегодня 9 прекрасных конкурсанток, 9 прекрасных девушек будут сражаться за корону Miss Spring Запорожье 2014. И как все это будет происходить, мы сейчас вместе с вами пойдем, посмотрим и полюбуемся совершенной красотой Miss Spring Запорожье 2014. Пойдемся. Представься, пожалуйста. Я Винченко Ксения. Какая у тебя циферка нарисована? У меня второй номер. Как ты думаешь, он тебе удачу принесет? Ну, первый раз я была вторым номером, и я выиграла. Чего вы ждете от победы? Вот если победа случится, что вы будете делать? Ну, это такой, не знаю, весна, символ красоты. Приятно будет, наверное. Близкие пришли, многие порадуются. Поддержать, да, конечно. Это будет приятно, несомненно. Твое отношение к Украине? Я обожаю эту страну. Да, я патриотка. Да, страны разные, красивые, но Украина – это самое родное. Ваше отношение к такой стране, как Украина? Замечательная, любимая страна. Ну, как даже показал Майдан, что это очень сильные люди, очень волевые люди, которые за свою идею готовы, то есть, положить даже свои жизни. Украина – это моя любимая страна, в которой я живу, которую я уважаю и считаю, что она самая лучшая. Побеждает Лариса Михайлик. Я не ожидала, ну вообще не ожидала, я сначала не поняла, думала, представили вице-мисс, и как бы обрадовалась, а потом мне говорят, что ты мисс,
и такие эмоции, ну, внезапные, я не знаю, начала плакать. Расскажи что-нибудь о конкурсе, свои впечатления в целом. Я очень горжусь тем, что он такой патриотичные нотки такие носит, даже больше, он пропитан им полностью. И, ну, мне было приятно поучаствовать. Мне приятно, что в Запорожье проходят такие конкурсы и имеют такую тематику. Планы на будущее? Сейчас пока буду радоваться с родными, а там посмотрим. Дорогие друзья, только что закончился конкурс красоты «Мисс Спринг Запорожье 2014». Единственный конкурс красоты, который посвящен Украине, посвящен чувству патриотизма и тому, что Украина – это самая прекрасная, единая и неделимая страна. Что можно о нем сказать? Он прошел на одном дыхании, прошел замечательно, организация была великолепная, на высочайшем уровне, это следует особо отметить. Девушки-конкурсантки были прекрасные, восхитительные, обаятельные. И победила Михайлик Лариса, студентка Запорожской государственной инженерной академии. И вполне заслуженно. Так что спасибо. Помните, что мы самое прекрасное государство в мире. Слава Украине! Дорогие друзья, с вами был я, Юрий Дроненко, и студия профессиональной видеографии «Кадрим Продакшн».